Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас на обзоре очередные китайские ручки. И я представляю вам ручку, которая называется Parker EM. Ну, естественно, сразу вам открою страшный секрет, что это не оригинальный Parker, а это китайская все-таки подделка, потому что заходил я и на сайт смотрел, и по качеству смотрел. Все-таки фирменная ручка Parker AM выглядит немножко по-другому. Не так дешево, что ли. Особенно вот эти вот все золотые элементы. Ну, такой дешняк, что просто жуть. Под колпачком у ручки есть такая бумажка. Мы ее снимем. Это, видимо, чтобы матовая поверхность не стиралась. Итак, ручка Parker EM. Ну, по крайней мере, китайская ее копия. Это матовый материал с элементами металлическими, которые позолочены. Именно в таком в китайском дешевом стиле, это сразу видно. Стандартная клипса паркеровская. Поверхность сама по себе матовая. Поверхность сама по себе матовая. Колпачок, что из себя представляет? На нижнем ободке колпачка надпись Parker. На обратной стороне надпись, которая соответствует маркировке 1990 года производства ручки. Но это, конечно, не так. Скорее всего, просто это китайцы содрали то, что было на оригинальной ручке. Сама ручка. Опять же, металл, пластик, перо, как они утверждают, иридистое, как обычно у них, это золото. Перо 0,5 мм, тоненькое. Больше на ней ничего не написано. Parker написано еще. А сам держатель для пальцев. Это просто как бы нанесение такое, это не гравировка, ничего, это просто рисунок. Откручиваем, видим стандартный механизм, на котором тоже написано Parker, с шариком. Можно использовать картриджи, обычные картриджи для Parker. Поэтому это все здесь стандартно. Дальше. Вес ручки 30 грамм, длина ручки 139 миллиметров, диаметр 12,6 миллиметров. Стоимость ручки 356 рублей, доставка 20 дней. К сожалению, магазина, который продавал эту ручку, нету, поэтому я дам какую-то ссылочку на другой магазин, где есть такая ручка, если она вас заинтересует. Оригинальная ручка Parker стоит от 5000 и выше. Вот сравнивайте, короче. А сейчас мы попробуем ей пописать и сделаем вывод о том, как она пишет и что у нее хорошо. Итак, как пишет эта ручка. Все отрегулируем. Точно.
написания стихов Владимира Вишневского, который мне очень нравится. Это действительно подделка. Эта ручка не стоит, наверное, затрат. Во-первых, перо очень жесткое. Настолько жесткое, что оно даже заворачивает бумагу. Поэтому приходится, как вы видели, вот, очищать его от лишних частичек бумаги. Пишет очень тяжело. Не знаю, или такое впечатление, что ли, у меня от этой ручки. Но, в общем, не очень я ее рекомендую, хотя она внешне похожа, но как сказать внешне? Я думаю, что по вот этому дешевому такому золотому нанесению сразу будет видно, что это подделка. Поэтому смотрите, она, конечно, дешевая, она, в общем-то, работает, но не очень я рекомендую, это, ну, не знаю. Смотрите сами, в общем, на ваш вкус. На этом обзор по этой ручке закончен. Пишите, задавайте вопросы. На этом все. До свидания, до новых встреч.